Обустройство автозимников в арктических районах республики продолжается. Так, в Нижнеколымском районе движение по направлению Андрюшкино-Колымское открыто для автотранспорта грузоподъемностью 20 тонн. На месте постоянно работают две единицы техники К-700. Для патрульной очистки дороги после пурги из Черского выехал бульдозер. Критическая ситуация остается в Среднеколымском районе. Здесь еще не открыта муниципальная автомобильная дорога протяженностью 180 километров до поселка Березовка. Там на сегодняшний день пробито 40 километров. Поселка Зерянки вышла тяжелая бульдозерная техника, это МБАТ, большой артиллерийский тягач. Ну, ожидаем его в Среднеколымске сегодня. Как только он придет, он будет направлен в сторону Березовки. Поставлена задача до 7 марта произвести очистку до поселка Березовки. В связи с тем, что уголь в поселке Березовка заканчивается 10 марта.